В Люберцах прошло первое после дополнительных выборов заседание Совета депутатов округа. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Депутаты утвердили список 2-й и 3-й состава Общественной палаты округа 4-го созыва. За 15 кандидатур проголосовали единогласно. Остальных членов утвердит Общественная палата Московской области. Также народные избранники обсудили поправки в решении Совета депутатов о бюджете на 2020 год. Корректировки вызваны изменением параметров государственных программ. Доходная часть бюджета увеличивается на 50 миллионов. Расходы по данному проекту предлагается увеличить на 68 миллионов 278 тысяч рублей. Данный дефицит абсолютно в этом году управляем. Мы с ним справимся. Ну, в следующем году будет другая история. Будем рассматривать параметры следующего года.